Деквадол. Лікує горло, полегшує біль. До 10 безпілотників атакували Новошахтинськ Ростовської області. Сьогодні 27 вересня. Відразу попрошу наших глядачів в цьому відео поставити гарний масний лайк, підписатися, прокоментувати, звісно ж, поділитися нашою розмовою. Пане Романе, Новошахтинськ, я так розумію, що це кадри удару по НПЗ, який там розташований. Скоріше всього, там в районі Новошахтинська, Новошахтинський нефтеперерабатывающий завод, ми несколько раз по ньому уже отрабатывали и выводили его из строя, но он, тем не менее, не восстанавливает его через определенное время. Скорее всего, эти беспилотники шли именно по этому заводу, нанесли определенные поражения. Я думаю, в течение суток подтвердят либо Главное управление разведки, либо Служба безопасности. В основном эти две группы у нас работают. Два генерала, я так думаю, Малюк и Буданов, не слышали о ядерной доктрине россиян и, естественно, выполняют дальше, наносят удары по российским НПЗ беспилотниками, потому, ну, как сказать, правильно делают генералы, что не обращают внимания на российскую риторику. Нам свои рубить, уничтожать углеводородку России, уничтожать военные объекты теми средствами, которые у нас будут. Своими, значит, своими дадут нам, передадут определенные ракеты или средства поражения наши партнеры, будем ими дальше работать. Ну, а доктрину, эту ядерную путинскую пугалку, главное, чтобы скрутить так хорошенько и куда-то поставить на полочку, пусть там их выставляют штук 20. Я думаю, толку от них не будет никакого. Пане Романе, також є результати зустрічі Володимира Зеленського з Камалою Харріс, Джо Байденом, і вже анонсована зустріч з самим Трампом, що він зустрінеться з президентом України. Про це також згадаємо. Там є результати, і зброю передали, потрібно дуже, і мільярди доларів пообіцяли. Але по фронту найважчий напрямок, ми з вами говорили, це Вугледар. А наші бійці з Вугледару записали відео. Давайте ми подивимось. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26.09.2024 року, слава Україні! Це боєць легендарної 72-ї бригади, яка обороняла і нищила ворога біля Вугледару. Пане Романе, яка доля зараз Вугледару? Наскільки я знаю, все-таки в східній частині міста ворог заходить, але от боєць станом на вчора каже, що ситуація непроста, але вони знаходяться в Вугледарі. Полтора года 72-я удерживает это направление. Одно из для нас очень важных направлений, мы уже проговаривали, это и контроль Волноваской железнодорожной развилки, это и замковый камень всего фронта юго-восточного, то есть именно Угледарское направление. И 72-я сейчас выдерживает сильнейшее давление. Там соотношение где-то 1, наверное, к 10 по личному составу, по технике. Россияне там развернули корпус где-то 20-25-тысячный вокруг Угледара, если по радиусу километров 30 смотреть. И этот корпус давит, пытается окружить Угледар, пытается выдавить нашу бригаду. Действительно, ребята герои, мы уже говорили, там каждому можно героя Украины давать за эти полтора года боев. Они размотали там несколько бригад. Естественно, с определенным количеством дополнительных частей, но основная 72-я бригада размотала несколько российских бригад. Две 155-х, можно так сказать, потому что два состава практически обновилось уже, третий состав 155-й бригады где-то размазан по линии фронта российской, которая атаковала в свое время Угледар. То есть ребята держатся, и они будут, самое интересное, они будут держаться до последнего. Потому надо помогать. Мы почему с вами уже вторую неделю об этом говорим. Помогать надо. Еще есть время, до недели, максимум полторы. Но реально где-то до недели они там могут удержаться. Почему? Потому что россияне, для россиян удобное направление. Ракадные дороги, Волноваская, это
плацдарм уже, который сейчас напитан войсками российскими, выводят технику, дальние средства поражения работают, авиация утюжит, угледар практически сейчас раздолбан, так как и в свое время тот же Бахмут или Маринка, то есть там очень сложно, подходы, выходы россиянами простреливаются, это практически оперативное окружение, но еще раз повторюсь, еще возможно дать, если дать дополнительные, да, дополнительные силы, средства на угледарское направление, мы угледар можем удержать. Удержится угледар, удержится и Курахово. И тогда россияне в зиму, в осенне-зимний период, войдут в очень плохом положении. То есть вот это направление в сторону Покровска, это вклинение, они просто не расширят. На север там очень сложно им расширять, там мешает ракадная дорога, наши уже вдоль нее довольно-таки неплохие. Сейчас укреп район уже организован с Покровска на Константиновку. С юга, я сейчас угледар удержим, еще раз повторюсь, есть эта возможность удержать. Тем более, вы правильно говорите, хорошие положительные новости идут из Соединенных Штатов. Выделено по двум программам до 8 миллиардов долларов помощи. Там, начиная от Патриота и заканчивая новыми планирующими авиабомбами за сотню километров. Тот пакет помощи, который может быстро прийти, он может прийти в течение нескольких дней, так как снаряды, боеприпасы, они в основном находятся на складах американских в Европе. Они сейчас будут раскрыты, и наши войска могут их получить. То есть у нас есть время и воспользоваться даже американской помощью для того, чтобы удержать угледар. Я думаю, Генштаб сейчас оперативно решит этот вопрос, добавит сил, средств на 72-й бригады, усилит ее. И по большому счету, особенно с помощью дальних средств поражения, тех же «Хаймерсов», ракеты М-30 подошли, это уже видно, они работают, это кассетные ракеты, кассетный боеприпас, 80-86 километров может идти. То есть, в принципе, развернуть даже одну батарею «Хаймерсов», они отработают угледар и создадут определенную такую зону безопасности, серую зону этими кассетниками. Потому есть все возможности удержать угледары. 72-я, еще раз повторюсь, героическая бригада, она с доблестью эту задачу может выполнить. Пане Романе, ми з вами регулярно згадували і проговорювали те, що росіяни використовують цілі колони техніки, бронетехніки на Курахівському напрямку. Щось подібне вони спробували зробити вперше, до речі, на Куп'янському плацдармі. От ми бачимо це вклинення до річки Оскіли, і там є населені пункти, власне, Кругляківка і Колеснівка. І от що кажуть наші бійці, що саме на цьому напрямку вони застосували 50 одиниць техніки. Цей штурм видався невдалим, техніку наші сили оборони розбили, вона була наповнена, до речі, десантом російським, це дуже поширена в них зараз практика, просто під'їздити до нуля, висаджувати десант, який ліквідовується. Але 50 одиниць техніки на цьому напрямку, чи ми можемо говорити про те, що це став пріоритетним також вектором руху росіян, і вони мають намір вийти до річки Оскіл? Вклинение они уже организовали. Оно пока еще тактическое, не оперативное, конечно, но тем не менее. То есть организация вклинения, и они тут же туда бросают резервы, тактические резервы, часть оперативных уже подтянулась. Технику перебрасывают с Валуйка, она там, в принципе, уже давно концентрируется. И вот с помощью техники пытаются продавить наши войска под Оскол. На правом берегу Оскола у нас находится достаточное количество батарей. Им только подвести снаряды, они отработают. То есть правый берег Оскола как рубеж обороны, его, конечно, можно использовать, ну и как минимум как прикрытие для нашей артиллерии. То есть отработка идет согласно определенным данным, которые дают наши дроны, разведывательные дроны, FPV-дронов достаточное количество. То есть, в принципе, эту проблему решить можно. Опять же, достаточное количество боеприпасов. Есть кому стрелять, есть чем стрелять, вернее, есть с чего стрелять, нечем стрелять просто. То есть вот эта помощь, которая сейчас должна зайти, она должна, в принципе, успеть. Там до уровня оперативного они не разовьются. Ну, по крайней мере, есть возможность их остановить. Пытаются они выйти на Оскол для чего? Для того, чтобы разбить наш гарнизон на левом берегу Оскола.
на восточном берегу на две части, на Купинскую северную, на южную Лиманскую. То есть задумка, в принципе, с точки зрения военных законов правильная, но выполнить там очень сложно. Во-первых, почва довольно-таки опасная для особенно танковых боев. То есть это не танкоопасное направление в этом смысле. Почему? Потому что потому мы их, в принципе, и в колонне разматываем. Они не могут двигаться в рассредоточенном порядке. А там практически все дороги пристрелены. Пристрелены нашей артой. Главное было бы чем стрелять. Но я думаю, помощь подуспеет. В течение недели первые партии они уже будут заходить. Пане Романе, якщо рухатись північніше, де працює 92-га бригада і рота безпілотників «Ахіллес» Юрія Федоренка, вони продемонстрували, що вони знищили 152-й міліметр «Гіацин». Це, я так розумію, класична російська артилерія, яку вони використовують на фронті. Одна із, по крайній мірі, довольно-таки опасна машина, б'є далеко, точно, то есть, особливо з прив'язкою з дронами, вони працюють в парі. І одна із основних задач наших груп, взводів, там і КОД-9-2 працює, і Ахиллес працює, 92-я. Ми з вами над ней шефство в своє время брали. Ребята сейчас набрали хороших специалистов, подготовили и выполняют боевые задачи. Вот и практически отчитываются видео рядом. Спасибо им большое за это. Чем больше таких кадров будет, тем легче, во-первых, украинцам гражданским воспринимать боевые действия, ну и государству их выполнять, то есть подготавливать и понимать, что те усилия, которые государство, военно-политическое руководство, народ Украины, вооруженные силы Украины предпринимают в борьбе с противником, они имеют свое подтверждение. То есть вот такой видеоряд, конечно, он очень положительно влияет на психику и на вообще состояние украинского народа. Виправлюся, сказав, що це рота, це, звичайно ж, батальйон ударних БПЛА, тому перепрошую. Пане Романе, Курський напрямок. Наші бійці, наші герої відзвітували, що вони ліквідували на Курщині С-400. Це недешеве, я так розумію, російське ППО, вартістю там понад 1 мільярд доларів. Але ще найцікавіше, каже Інститут вивчення війни, що на Курському напрямку в переважній більшості воюють зараз ФСБшники. Як це можна пояснити? Ну, дело в том, что россияне до сих пор не определили это направление и как воинскую операцию, то есть они не проводят контртеррористическую, так называемую, КТО. Контртеррористической операцией любой занимается спецслужбы того государства, которое объявляет КТО. То есть у нас в свое время была антитеррористическая операция, а то, если помните, руководила тоже СБУ, по большому счету, то есть основная была. Также само у россиян КТО руководит ФСБ. Но руководство ФСБ это не значит, что они там выполняют какие-то боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Это имеется в виду руководство, расположение сил, средств, подготовка, вывод на позиции. А этим как раз ФСБшники заниматься просто не могут априори. Они к этому не готовы. То есть тут Путин такую свинью подложил. Во-первых, ФСБшникам, а во-вторых, самому себе. Потому что пока не будет переведена эта операция в режим армейской, то есть войсковой операции, но тогда туда надо будет перебрасывать еще где-то 3-4 корпуса, наверное, то есть поднимать уровень до 100 тысяч бойцов, а это как раз нам и надо. То есть нам надо вывести, додавить до такой степени, чтобы действительно они приняли решение разворачивать войсковую операцию, и там уже будут работать, как минимум пару армий, или минимум одна, а так реально до двух армий больше 100 тысяч россиян должны, исходя из законов определенных ведения боевых действий, до 100 тысяч россиян там должны развернуться, именно военных. А их можно взять на данный момент только с Восточного фронта. Это вот давим дальше под эту задачу. То есть обезопасить Восточный фронт, снять напряжение с этих наших гарнизонов, с того же Угледара, Курахова, Покровска. Сейчас вот Курская операция этим и занимается.
Друзі, продовжуємо збір для наших героїв, збір для підрозділу сил спеціальних операцій, які працюють на Курському напрямку. Їм необхідний РЕБ, аби захищати себе від ворожих дронів. Ціна питання – 400 тисяч гривень. Вже більшу половину завдяки вам вдалося зібрати. Давайте дотиснемо і зробимо так, аби наші оборонці мали радіоелектронну боротьбу. Що хочу сказати, що за найбільший донат буде приз. Це є трофейний ніж російського ФСБшника, який був взятий саме на Курщині. Ну а за будь-який донат, а будь-який донат важливий, ви це прекрасно знаєте, буде розіграний трофейний шеврон. Тому давайте долучатися, активно будемо донатити і закриємо потреби наших бійців. Пане Романе, ну і власне, що говорити про візити Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ми вже говорили, зустрічався він із Джо Байденом, з Камалою Харріс, має зустрітися сьогодні, 27 вересня, з Трампом. Що цікаво, окрім цієї допомоги, яку оголосив Джо Байден, багатомільярдної, також систему батарею Петріот нададуть. І найцікавіше, що він пообіцяв ще додатково навчити 18 українських пілотів до F-16. Я пригадую, що офіційно Білий Дім казав, що в них немає змоги, тому що там є черга з навчань, ми ще з вами про це говорили. А зараз от Байден каже, що майже 20 пілотів зможуть навчатися. Чи ми можемо очікувати додаткові машини F-16 для України? Ну, если бы не было этого казуса с Трампом, по крайней мере, с работой на нашей послице там, которая неправильно провела некоторые переговоры или не донесла правильно, это ее непосредственная вина. Скорее всего, ее, ну, оптимальный вариант ее сейчас снять с должности, перевести на любую другую, во-первых, чтобы успокоить, как минимум успокоить вторую часть Конгресса и вообще республиканцев, то общий итог этой поездки довольно-таки такой положительный. Во-первых, наконец-то правильно было принято решение показывать наши цели как победу Украины над Россией. И это было грамотно, правильно всеми воспринято. То есть везде, где было артикулировано план победы, воспринимался положительно. Дальше этот сейчас процесс идет. Уже мы обратную реакцию видим. Уже мы увидели по двум программам, по PDA и USA, до 8 миллиардов долларов помощи, которые будут выделены до практически конца января. То есть несколько месяцев будет выделяться эта помощь, там по 1,5-2 миллиарда в месяц. Это достаточно для того, чтобы удержать россиян, еще и провести некоторые контрнаступательные операции. Это большой плюс. Как минимум уже один из кандидатов на должность будущего президента Соединенных Штатов, Камала Харрис, подтвердила приверженность именно этой идеи, то есть победы Украины над Россией. Ни в коем случае не сдачи наших территорий. То есть это целый такой положительный момент, это практически, можно сказать, прописывание психоматрицы на ближайшие там 4 года. Это понимание процессов, в том числе в политикуме американском, оно уже лежит. Сейчас, скорее всего, та же самая картина будет проведена, ну, по крайней мере, доведена до второго кандидата в президенты, до Дональда Трампа. Я думаю, там тоже будет понимание, почему, потому что у нас постоянно была двупалатная поддержка, то есть двух команд, и республиканской, и демократической партии. Я думаю, они также увидят рацию в этой идее победы. И наша команда, если затрет эту проблему с Трампом, то в принципе вернется с такими довольно-таки положительными результатами. То есть сама поездка, она, конечно, уже, можно сказать, выполнена как минимум на хорошо, а реально еще день-два и, может, еще и на отлично. Посмотрим результаты уже окончательные. Ну, естественно, с самим планом как таковым. Но еще раз повторюсь, главное, правильное перенацеливание политикума на победу Украины над Россией. Вот это самый такой основополагающий, наверное, штрих в этой поездке. Ну, от, власне, пане Романе, Камала Харріс, кандидатка від демократів на пост глави держави Сполучених Штатів Америки. Я пригадую, ми теж з вами говорили, тому що були дебати 10 вересня, вони не дуже там згадували про Україну. Але от зараз вона дуже чітко і дуже конкретно
сказала, що вона думає про окупаційну війну Росії в Україні. Я процитую. Гаррис сказала, що відмова від окупованих Росією територій – це пропозиція капітуляції. Вона також додала, що вона повністю погоджується з планом перемоги від Володимира Зеленського. І також, до речі, Лінсей Грем, республіканець, знову ж таки закликав дозволити Україні використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Таким чином знищити можна всі склади і всі бази, які є на кордоні з Україною, і ускладнити військові дії з боку Росії. Ну, а як мінімум спустили в унітаз ядерну доктрину Путіна і роботу наших двох генералів Буданова і Малюка. Мы видели сегодня ее, ну и, естественно, заявление наших партнеров. То есть они ее не воспринимают как действенную, как таковую. Почему? Потому что у них есть на нее противодействие. Причем это противодействие как минимум в 100 раз больше, чем может быть действие самих россиян. То есть здесь большой, то есть здесь плюс в этом смысле. Ну и Камала Харрис очень четко, как сказать, так подчеркнула, что потери территорий, любые какие-то инсинуации, связанные с оставлением российской армии на наших территориях, или передача наших территорий, или не освобождение наших территорий, это капитуляция. То есть вот эти целый год, с которыми носились идеи мирных переговоров, платформ мира и так далее и тому подобное, пока российский солдат на нашей территории, это капитуляция. Вот уже и Камала Харрис четко это подчеркнула. Вот это как раз положительный момент. То есть это реальный такой положительный момент. Еще раз повторюсь, это психоматрица действий на ближайшие 4 года. Это как минимум по демократам, то есть по демократической партии. Ну, я думаю, республіканці далеко теж від цієї парадигми не відійдуть. Пане Романе, і держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що Штати в найближчі тижні і місяці спрямують 5,5 мільярдів доларів на зброю та обладнання для України. Я так розумію, це ця ініціатива президентська, яка мала би вигоріти 30 вересня, а от все ж таки ці кошти передадуть. Это по программе PDA, да, это та, которая должна была сгореть, то есть 5,5 миллиардов и 2,4 миллиарда по USAID. То есть это еще одна программа, и всего 7,9 миллиардов, ну, практически 8 миллиардов, которые нам будут передаваться в течение 4 месяцев до 20 января, по крайней мере, они к нам зайдут, я почему говорю, по 1,5-2 миллиарда. По месяцу это, в принципе, достаточно для выполнения наших задач, потому вот в этом тоже еще один плюс контактов и вообще работы с американским политикумом. Байден, наконец, и программа Байдена, команда Байдена, а может быть, это уже воздействие в том числе и Камалы Харрис, то есть возможного будущего президента Америки, привела к тому, что приняли решение наконец. Во-первых, не сгорели 5,5 миллиардов 30 сентября. Они могли реально сгореть. И принято решение по передаче. И второе, поддержка такая, ну, 100% поддержка программы победы Украины над Россией. А это значит разгром российской армии как минимум на нашей территории. Дальше надо будет следующий шаг уже начинать артикулировать. То есть мир, а вот если говорить о мире, мир может наступить во всем мире, только так, когда Российская Федерация закончит свой жизненный путь, так как в свое время закончила империя Советский Союз. Вот тогда наступит мир, не только в Украине, ну, на большей части европейской территории, в Европе так это точно, а то и на большей части Евразии. Пане Романе, от глава МЗС Британії Девід Леммі каже, що дозвіл на удари по території Росії України можна отримати вже у цьому році. Я бачу, що цю довгограйку вони вирішили взяти на озброєння і нею користуватися, і от тепер вже до кінця року можна бити. Як ви вже не раз казали, до кінця, напевно, 25-го чи 26-го року потім будуть казати. Ну да, хотя бы определяются, по крайней мере, по датам, и это очень правильно. Я думаю, уже близко решение, ну, исходя из риторики, по крайней мере, вот даже Камалы Харрис, на Байдена уже можно сильно не обращать внимания, то есть он пытается почистить себе карму, и уже он уже сам плывет в фарватере
идей и программ Харрис, Камалы Харрис. А это как раз показатель того, что нам поддержка будет, как минимум от демократов. То есть, естественно, в этой парадигме, пока еще Байден руководит, как минимум до 20 января, мы можем реально получить разрешение на работу вглубь российской территории. Ну, как минимум, вооружением там, Британии и Франции. То есть теми же скалпами Storm Shadow. И я думаю, если как только отработаем хотя бы там пару пусков сделаем, я думаю, появится уже возможность разрешить работать в том числе и атакамсами, то есть 300-километровыми, особенно если покажем довольно-таки серьезный результат. А он результат однозначно будет, очень хорошие ракеты Storm Shadow, Scalp, особенно если нам передадут не 250-километровые, а 560-километровые, то есть для внутреннего потребления, так называемого, не экспортный вариант, который у нас сейчас есть, обрезанный в два раза по дальности, а вот именно средней дальности, то есть 560 километров, как и Таурусы в том числе, и на них еще не надо, их не надо минусовать, то есть они также еще могут подойти. Я думаю, до конца этого года у нас будет разрешение по работе по российским тилам. Пане Романе, ну і інший паралельний світ, так би мовити, тому що Міністерство закордонних справ Китаю, Вані і Сі Цзіньпіні, всі вони сказали наступне, що Китай, Бразилія та інші країни глобального півдня створять платформу, яка буде називатися «Друзі світу» для вирішення війни в Україні. От я ніяк не можу зрозуміти, а чим їм не підходить формула Зеленського? Там прописано чітко всі умови для припинення війни і справедливого миру. Для чого їм вигадувати якийсь інший велосипед? Ну, їм треба зупинити бойові дії, заморозити бої для того, щоб дати можливість росіянам восстановить свои силы для следующего удара. Но оставив, естественно, все оккупированные территории под российским контролем. Вот то, что надо Си Цзиньпинь. И это надо Путину, это надо и в том числе Бразилии, и Индии. То есть они носятся с идеей какой? Перемирие. То есть это что такое перемирие? Заморозка боевых действий. Заморозка боевых действий выгодна России, потому что у них сейчас большая проблема с личным составом, резервов не хватает. Вот мы же видим, причем яркий показатель нехватки резервов. Они не знают, что делать с курским направлением. То есть снять неоткуда. Если будут снимать с какого-то из направлений, допустим, с восточного, у них восточное направление посыпется. Они сейчас в очень тяжелом состоянии по восточному фронту. Он может удерживаться только когда будут проводиться наступательные действия. В таком положении, допустим, забазироваться в осенне-зимний период, который у них сейчас есть, это смерти подобно. Мы их за зиму раскатаем дальними средствами поражения. То есть у них плохая позиция в этом смысле. Потому у россиян большие проблемы. Им надо остановить через определенное время, ну где-то, может быть, через несколько недель, боевые действия под любым предлогом. Мирных инициатив, перемирия, заморозки, чего угодно. Главное, чтобы не стреляли, называется, и они могли то количество боеприпасов и техники, которое производят в сутки, складировать, а не использовать на поле боя. Вот что им надо, и, естественно, в этом сейчас им пытается помочь Китай. Всеми методами пытаясь протолкнуть саму идею, перехватив ее, самое интересное, это же они же не сами ее придумали. Они просто ее перехватили у наших канцелярских чертей, которые вот второй год носятся с идеей мирных саммитов и так далее. Вот сейчас Китай формализует свои уже формализовал свои требования, будет собирать платформу под эти требования. То есть это практически создали паровоз в прошлом году, пытались кого-то продавить или непонятно для чего, но Китай перехватил этот паровоз. И сейчас он уже рулит этим процессом. Главное, не садиться ж в эти вагоны, которые Китай уже готовит, разгоняет, по крайней мере. А опять же, наши канцелярские товарищи, можно так сказать, они опять побежали к Си Цзиньпиню. То есть опять с Ван И договариваются о контактах и так далее, и тому подобное. Опять же, формализуя, получается, это китайское требование о замораживании боевых действий под видом там перемирия или еще чего-нибудь. То есть до сих пор, то есть это канцелярское братье работает во вред Украине, во вред ведению боевых действий, во вред работы даже той же миссии, которая сейчас с правильными лозунгами начинает двигаться
с лозунгами «Победа над Россией». Не может быть, вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте, в конце концов, сколько раз об этом говорить. Либо вы побеждаете Украину, либо вы бегаете, договариваетесь о перемирии, о заморозке. Не может быть такого одновременно, того и того. Но это вопросы к этой исполнительной власти, которая уже пересидела. Шестой год уже сидит, они уже запарились. У них уже, во-первых, не хватает карманов, чтобы туда скирдовать валюту. Будут искать новые штаны или новую валюту. Вот почему побежали, может быть, и к Си Цзиньпиню. Юани – это не доллары. То есть можно в другом месте их складировать или скирдовать, по крайней мере. Есть эти вопросы к этим мягко скажем, в скобках, вернее, в кавычках, друзьям Украины. Причем эти вопросы уже должны быть у наших спецслужб, у контрразведки. Они конкретно уже сколько доказывают свою контрпродуктивность для интересов, в интересах украинского народа. Менять их надо. Их же не надо переизбирать. Примите решение, уберите полным составом. Но приняли решение, сейчас уже понятно, неправильное по поводу того, чтобы взять и убрать всю верхушку управления вооруженных сил Украины. Больше десятка генералов. Ну так примите решение и всю канцелярию отправьте к следователям на допросы. И все, и поставьте других. Это ж легко делается. Но это вопросы к нашему уже политическому руководству. Пане Романе, ну і хочу нагадати, що Ердоган, президент Туреччини, на Генасамблеї ООН сказав, що, ну, грубо кажучи, країни НАТО не поспішають запрошувати Україну до Альянсу. А от глава МЗС Болгарії каже, що країни Альянсу будуть у безпеці, коли Україна стане членом Альянсу. Він каже наступне, що це буде укріплення східного флангу. І, відповідно, я так розумію, можна навести сюди, в приклад, Швецію і Фінляндію, де Путін дуже кричав і грозився, що він підтягне війська до кордону з фінами. А коли фіни стали членом Альянсу, він навпаки звітам військові забрав. Непонятно, откуда берет информацию Эрдоган. Может быть, додумывает, может быть, какие-то инсайды у него есть. Ну, просто есть понятие логики, простой логики. Чем дальше от вас линия предполагаемого фронта, тем вам безопаснее. Любой стране Европы, любой стране Европы выгодно, чтобы линия соприкосновения грубо с Российской империей или Китайско-Российской империей, уже можно говорить о империи Си, то есть проходила не на западной границе Украины, то есть не вдоль Польши, допустим, Словакии, Венгрии и Молдавии, Румынии, а проходила по восточной границе, то есть Украины, по границе с Россией или с будущими развалившимися от России странами. Это логика процесса. То есть не может быть другого мнения, если люди подходят логично, без каких-то внутренних, допустим, или внутренних, или внешнего давления. Как это делает Орбан, Фицо. Может быть, вот Эрдоган поговорил с Орбаном и Фицо. И они ему сказали, мы против. Почему? Просто не сказали почему. Потому что если будут за, то Путин просто поднимет цену на нефть, которую они получают. Вот и все. И у них уменьшится количество нефтедолларов, рассованных по карманам. То есть вот Эрдоган на что, скорее всего, опирается. Что есть несколько стран, которые против. Да, конечно, я даже могу сказать, сколько точно против. Две страны точно против. Это Венгрия и Словакия. Почему? Потому что через Украину мы им качаем туда нефть российскую. Перекройте краник где-нибудь по движению нефти, как только у них перестанут наполняться карманы российскими рублями или там нефтедолларами российскими через цену на нефть, они тут же станут за. И Венгрия, и Словакия однозначно, потому что не будет вот этого давления финансового на принятие решений. То есть вот, скорее всего, Эрдоган что сейчас подсвечивает. Ну, зря он это говорит в воздух, потому что еще раз практически пальцем показывает на Орбана и на Фицо. Ничего нового. То есть работает эта труба, вот эта проблема у нас вообще проблема, связанная с российскими трубами. Это еще было в свое время СЭВ, так называемый Совет экономической взаимопомощи. Тогда перебросили трубу с нефтью, вот это же трубопровод «Дружба». Перебросили через Беларусь, через Украину, в Венгрию, Словакию, в Чехию, Хорватию. Там труба одна шла Южного потока. И вторая труба шла на Польшу и на Германию.
И вот и вопросы, почему. Меркель практически сдала Донбасс в свое время в 2014-2015 году вместе с Порошенко по Минск-1, по Минск-2. Почему до сих пор Орбан с Фицо сидят на этой трубе? Орбан вообще с прошлого тысячелетия сидит еще Сёвы Могилевич. Но Могилевич уже давно в отдел ушел, но Орбан до сих пор еще сидит на всех этих разносах валюты за эту трубу. То есть проблема в трубе. Ее надо, мягко скажем, перекрыть. Ну, перекрыли же тоже так, тоже мягко можно сказать. Перекрыли трубу с Тольятти на Одессу, это аммиакопровод. Прилетела какая-то мина, чья мина непонятно, куда прилетела непонятно, но труба не работает. И все, вопросов никаких нет. Ни у кого не возникает идеи прокачивать аммиак через по этой трубе. Та же самая картина с нефтью, та же с нефтепроводом «Дружба», с продуктопроводом, а это дизель, который идет с Мозельского НПЗ, дизель идет тому же Орбану. То есть мы его качаем, кстати, через Украину. Прокачиваем нефть, и параллельно идет продуктопровод дизель. И качаем еще газ. Россия за все это получает миллиарды долларов. Реально где-то 5-7 миллиардов долларов только получает за нефть, которая идет по нефтепроводу «Дружба». Что такое 5 миллиардов долларов? 5 миллиардов долларов – это по 10 тысяч долларов каждому при приеме на контракт. Именно так, кстати, собирают россияне. То есть там экономическая есть определенная подоплека. Подъемных, так называемых. Так вот, 5 миллиардов долларов разделите на 10 тысяч, получите 500 тысяч рекрутов. 500 000 мы снабжаем сами, через эту трубу мы снабжаем российскую армию, 500 000 в год можно ставить, они ставят их с денег, которые мы им предоставляем. Потому здесь большие вопросы есть. Во-первых, опять же, к канцелярии, потому что это она работает по этой прокачке конкретно. Фицо, вернее, когда Орбан прилетал, он же не с идеей мира прилетал, он прилетал с вопросами, связанными по перекачке нефти, причем через его мол, и у него есть фирма, которая как раз занимается этой и прокачкой, и покупкой. И сейчас они закупают, получается, они закупают российскую нефть, только на границе уже Украина-Беларусь. Вот как решила канцелярия. Ну, естественно, себе что-то оставили однозначно, потому что это так называемый президентский кейс, связанный с прокачкой нефти і газу через страну. Пане Романе, якщо ми говоримо про Угорщину, то є черговий викид інформації, м'яко кажучи. Це сказав помічник Орбана. Він заявив наступне, що Угорщина порадила президенту України Володимиру Зеленському відмовитися від збройного опору в 22-му році, щоб зменшити кількість жертв. Він каже, що ми найімовірніше не зробили б те, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, тому що це безвідповідально, каже він. Він вступив зі своєю країною в оборонну війну, і ми бачимо, скільки людей загинуло, скільки територій було втрачено. Тобто радник, помічник Орбана каже, щоб вони здали Угорщину. Опозиціонери в Угорщині вже кажуть, що це є грубе порушення Конституції і потрібно з цим розбиратися. Це вже було в прошлом столітті. Якщо пам'ятаєте, в 1938 году судети. Також підняли судетські німці бунт практично, запросили німецьку армію, германську армію. Вона зайшла в судети з розрішення практично Британії, Італії, Франції. Разрешили забрать судеты. Зашли в судеты, чехи также примерно на это отреагировали, вот как сейчас эти арбанята, так называемые, начинают рассказывать сказку. Чем закончилось? А закончилось десятками миллионов жертв в Европе, разрушенной, практически наполовину разрушенной Европой, и войной с 1938 года, если считать, 7 лет. Вот чем закончилось вот такое видение ситуации. Нельзя агрессору не давать даже одного квадратного метра, иначе он захочет забрать все. Он не останавливается. Это сущность расширения любой империи. Она живет только пока расширяется, пока жрет кого-то другого, получается. Потому отдать свои территории – это практически опять ввергнуть в хаос уже третьей мировой войны, которая будет намного кровопролитнее. Европы просто не будет.
Потому в этом смысле Украина за счет своего сопротивления этой агрессии сейчас спасает Европу, а может быть и весь мир от Третьей мировой. Его этого российского, чтобы больше он никогда не поднялся. Чтобы никогда не поднялся, надо разваливать саму империю как таковую. То есть ось зла – это Российская империя. А дальше надо смотреть уже на Китай, потому что за этой бешеной собакой, Путиным и россиянами, это бешеная собака на привязи у Си Цзиньпиня. Он ее просто направляет на сейчас европейскую цивилизацию. Стоит же сам Си Цзиньпинь. Так вот, вопрос уже там. Это вопрос к этой империи Си. Ее уже надо разваливать, ее уже надо, а империю можно развалить только экономически. Потому надо давить на эти все механизмы экономические, чтобы и в том числе Китай начал разваливаться или хотя бы становился демократическим. Как тот же Тайвань, часть Китая. В Тайване проведены выборы демократические, признанный президент, его выбирал весь народ. А кто выбирал Си Цзиньпиня? Что это вообще за чудо? Откуда оно взялось? Председатель чего? Он даже не президент, он вообще никто. Председатель какой-то чего-то, какого-то колхоза большого, в котором, правда, 1,5 миллиарда китайцев. Вот это большая проблема. И пока придется работать, по-любому придется работать с Китаем. Его взрастили хабадники, я так понимаю, и его надо и хабадниками и уничтожать. Другого варианта просто нет. Если пока не развалим империю и российскую, и китайскую, это будет большая проблема для мира. Китай не успокоится в таком виде, в котором он сейчас находится. Пане Романе, я вам дякую за це звернення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 27 вересня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.